Учащиеся образовательных и молодежных организаций, воспитанники Омского кадетского корпуса, ветераны Великой Отечественной войны и Афганистана 18 февраля собрались в сквере имени Дмитрия Карбышева почтить память прославленного героя Советского Союза. В этот день, 70 лет назад, уроженец из Омска погиб мученической смертью в австрийском концлагере. В память о так и не сдавшемся противнику генерал-лейтенанте к собравшимся обратились представители органов исполнительной власти и патриотических клубов. Здесь есть и ветераны, есть и молодежь. Наверное, мы в первую очередь ради наших детей, внуков собрались здесь, для того, чтобы они знали нашу великую историю, знали о тех подвигах, которые совершил и Дмитрий Михайлович Карбышев, и многие другие, в том числе безымянные герои. После выступлений состоялось возложение цветов к мемориалу Дмитрия Карбышева. Почтили память и представители Омского студенческого отряда, постоянные участники патриотических акций, приуроченных к 70-летию Победы. У меня чувство гордости за моего земляка, что генерал-лейтенант военных войск инженерных совершал подвиги неоценимые, был награжден званием Героя Советского Союза посмертно. Я думаю, это очень актуальное мероприятие и должно часто проходить. В рамках празднования юбилея Великой Победы в ближайшее время на территории Омской области пройдет еще немало мероприятий, организованных и проведенных Министерством по делам молодежи и Омским студенческим отрядом.